уволиться! Ничего страшного, потерпишь. Мне и так тепло. Ничего страшного, уволиться потерпишь, а то не простудишься. Одна дочка надела папе на шею новый шерстяной шарф. Именно с этого действия начинается спектакль «Дети эти» в творческой лаборатории «Угол». Почему дочка? Все потому, что в спектакле, созданном по рассказам Григория Остера, дети особенные и ответственные, а взрослые, наоборот, капризничают и хулиганят. Поэтому посмотреть на себя со стороны интересно и взрослым, и детям. Родители могут представить себя на месте детей. К примеру, та же самая сцена с шарфом, когда вот с утра там них. Дети не хотят надевать там какие-нибудь теплые вещи, потому что и так тепло, и он колется, и все прочее. И тут эти ситуации обыгрываются с противоположных точек зрения. То есть, соответственно, родители смотрят такие, ну да, наверное, в какие-то моменты мы перегибаем палку. А дети как бы смеются и думают, ну да, в какие-то моменты, наверное, можно вести себя как бы более так сговорчиво. Сценарий спектакля Родиона Букаева создан из целого цикла рассказов детского писателя Григория Остера. Хотя тема перевоплощения детей во взрослых кажется фантастической, идея спектакля далеко не детская. Здесь взрослые вместе с детьми заново учатся не разговаривать с незнакомцами, не терять ключи и носить теплые вещи. На самом деле наша задача была привлечь пап в театр, потому что обычно приходят мамы с детьми. И действительно, на первых показах у нас преимущественно приходили папы с детьми. Это было очень круто. А с чем они должны уйти? Они должны уйти вместе за руку и с тем ощущением, что они действительно как-то должны найти общий язык между собой. А в новогодние праздники общий язык особенно важен, ведь это и есть то самое чудо, настоящее понимание между родителями и ребенком. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.